Сегодня рубрика «Мода» порадует вас сюрпризом. Встречайте наш бренд, уже любимый, «Милада». Бренд «Милада» в переводе обозначается «милая, ладная». Да. И сегодня гости нашей программы только на телеканале «Шоп-н-шоу». Дружная и красивая семья Денисовых, Людмила и Александр. Кто является музой-вдохновительницей? Музой-вдохновительницей является моя жена. Все модели, которые отшиваются и примериваются на нее. Угу. Если она в моих глазах выглядит красиво, то мы эту модель запускаем. И это правильно. Отлично. Александр, Людмила, мы очень вас благодарим за то, что сегодня наши телезрители смогут с вами познакомиться. Но это еще не все. Давайте расскажем сейчас о самом главном. Выбор нашего второго модного эфира вместе с Людмилой совпал. Это комбинезон «Фаворит». И сейчас, внимание, для вас настоящий комплимент от создателей бренда «Милада». И мы передаем слово Людмиле. Людмила. Нам очень приятно, что наши покупательницы, наши телезрительницы оценили то, что наше творение, то, что мы делаем, оценили, в частности, этот комбинезон. Поэтому мы хотим сделать вам подарок. Так. Да, сегодня. Какой? Какой? Большой. Скидка. Скидка. Мы хотим подарить покупательницам скидку. Так. Ура! Мне очень нравится, что бренд «Милада» не устают нас удивлять эксклюзивными материалами. Кстати, совсем недавно Людмила и Александр побывали в Париже. Это столица мира моды. И привезли оттуда очень много ярких элементов ткани. Они отбирают именно на международных выставках. Поэтому мы уверяем вас, что на телеканале «Шоп-н-шоу» вы впервые становитесь свидетелями этого потрясающего шоу и можете принимать в нем активное участие. Вы становитесь сегодня свидетелями исторического события. Во-первых, у нас представлен наш любимый бренд «Милада». Уже в который раз представляет новую коллекцию и полюбившиеся хиты. И это еще не все. У нас в гостях основатели, которые любезно предоставили нам дополнительную скидку. Это микс, симбиоз любимых базовых вещей. Стильная блуза с легкими летящими рукавами, стиль кимоно и, конечно же, свободные брюки. Мне очень нравится, что сегодня многие женщины с прекрасными формами могут выглядеть стильно, красиво. И постройневшие модели точно так же будут радовать взоры мужчин, так же, как и сама муза, основательница бренда «Милада», наша Людмила Денисова. Вот они на подиуме, наши красавицы. Это еще одно доказательство того, что комбинезон подстраивается под ваш рост, подстраивается под ваши секреты. А в чем секрет этого кроя, мы будем разбираться прямо сейчас. А давайте разберемся, потому что от себя могу добавить, что это любимый комбинезон, он, правда, фаворит комбинезон среди наших телеведущих и экспертов. Ни один раз, ни единожды мы примеряли его для себя в прямые эфиры. Находим его очень удобным, нарядным и практически под любую фигуру подходящим. А вот почему он подходит под любую фигуру? Во-первых, мне очень нравится, еще раз повторюсь, что важную роль в посадке изделий играют ткани. Если летом бренд «Милада» предлагал нам летящие силуэты из вискозного тонкого масла, так, то здесь в основу комбинезона лежит вискозное плотное упругое полотно. И как не устану повторять, что плотность ткани зачастую зависит еще и о том, что эта ткань скрывает секреты и изъяны женской фигуры. Mm-hmm. Обратите внимание на то, что блуза у нас сделана в свободном варианте, ровно так же, как и брюки. Это позволит дамам с любым телосложением, с любым типом фигуры подстроить этот комплект под себя. И если из вас многие ломают голову, что и с чем сочетать? Этот вопрос решен. И создатели бренда «Милада» предлагают вам сегодня выбирать стильный наряд для себя. Модную вещь этого сезона – комбинезон «Фаворит». Не могу не отметить, Светлана, то, что еще наши девушки, они разного роста. И при всем при этом Лали очень высокая, Людмила, очевидно, среднестатистическая. Какой у вас рост? 1,68. Да. 1,68. В любом случае, смотрите, какая посадка. Ничего обрезать не придется, да, подкорачивать. Совершенно верно. Лали нам сейчас в этом поможет. Давайте на Лали посмотрим, за счет чего идет трансформация комбинезона, и мы можем регулировать сами под свой рост его длину. Дело все в том, что, повторюсь, базовые вещи, блузы и брюки соединены эластичной лентой. Ее-то мы и будем регулировать. При этом вы можете точно так же отмоделировать зону живота. Если у вас тип фигуры яблока, не беда. За счет свободных пропорций, правильных линий, конечно же, легкой упругой ткани, все ваши секреты будут засекречены внутри комбинезона. А мы будем видеть только стильную, постройневшую женщину. Таким образом, мы подчеркиваем достоинства, скрываем недостатки, выглядим стильно и эффектно. Цена просто максимально низкая. За 2499 рублей в обычные условия вы бы смогли заказать одну блузу. А
мы предлагаем вам целый комбинезон, и блузу, и брюки, и все это за 2,99. Надя, ты забыла еще одну деталь. Украшение, аксессуар, который действительно превращает наш повседневный наряд в праздничный элемент. Такие детали не могут уйти от женского взора. И посмотрите на это мерцание. Здесь мы видим с вами сложное трикотажно-вискозное плетение, ну и, конечно же, эффекты люрексовых нитей. Между прочим, друзья мои, от этого блеска многие женщины сходят с ума и думают, что это за украшение и за аксессуар. Вы сегодня экономите и покупаете для себя стильный комбинезон. Блуза плюс брюки плюс аксессуар. И давайте посчитаем вместе выгоду. Надюша? Так, я выгоду считать умею. 2,499 обычная цена за блузу. А у нас получается еще и брюки дополнительные. То есть мы экономим, по сути, 2,500. Это минимум.